К другим темам. Пожар в Усть-Ишиме едва не унес жизни двоих человек. Возгорание произошло в частном доме пенсионеров, предварительно из-за короткого замыкания в проводке. Огнем оказалась охвачена веранда, из-за чего выход из дома был отрезан. К месту происшествия спасатели прибыли незамедлительно. Они успели вытащить пожилую чету из огня. Из-за пожара, в тушении которого участвовали 5 спасателей и 2 единицы техники, повреждены веранда и кровля. Судя по фотографиям пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области, огнеборцы вытащили из дома газовый баллон. Это позволило избежать взрыва. Сигнал поступил в пожарно-спасательную службу от соседей. Через 4 минуты пожарные были на месте происшествия. 76-летний мужчина и его жена не могли самостоятельно выбраться из горящего помещения. Пожарные эвакуировали супружескую пару, а затем ликвидировали возгорание в течение 16 минут. Повреждена веранда и кровля дома.